Хочу вам показать вот такую сумку. Мне подарила моя дочь ее. Дочке у меня была сумка, она мне ее подарила. Сумка очень красивая. Очень красивая, она такая шикарная. Смотрите, вот с такими камушками, с такими металлическими. И смотрится очень хорошо эта сумка. Вот она мне сказала: мама, тебе надо, забирай. Так, и еще одна новинка, которая у меня появилась, это платок Louis Vuitton. Вот с такими вот штучками. Смотрите. Сейчас покажу. Наверное, вот так вот. Вот видите. Сейчас покажу вот такой вот. Видите, знак Louis Vuitton. Вот такой вот шелковый платочек. Очень красивый. Видите? Здесь даже сделано, выбито прямо камушки такие, выбито Louis Vuitton, тоже компания Louis Vuitton. И тоже вот с таким вот брелочком на концах. Вот видите, Louis Vuitton. Плохо видно. Ну, в общем, вот. Тоже мне дочь подарила. Хорошо, когда дарят подарки. Вот такой вот платок Louis Vuittonовский. Я очень довольна. Очень довольна этим платком. Он прям подходит к моей сумочке. Но это все у меня будет, конечно, на весну. Такой шелковый, прямо скользит, можно сказать. Видите, скользит. Видите, падает все. Хотела прям на сумку накинуть, так он скользит. Не умею показывать красиво. Вот. Так что вот. На весну у меня есть. На весну у меня есть, с чем я могу выпендриться. Ранней весной у меня будет вот такая сумка красивая. И вот такой у меня шикарный шелковый платок Louis Vuitton. Вот. Так что вот так вот. Вот я сейчас внутри ее открыла. И внутри прочитала, там на кармашке такое, знаете, кожаная пришита такая как бы эмблемка. Не знаю, насколько я правильно прочитала. Написано было Perfels. Не знаю эту компанию, что за компания, что за изготовитель. Но написано Perfels. Может, кто знает, скажите. Я сейчас в интернете тоже прочитаю Perfels. Ну, по-моему, я правильно прочитала. Сумка Perfels изготовитель. Кто это такой, я не знаю. Кто это, что это за дядя и что за сумки делает. Все. Ну вот так вот. Вот такие дела. Ну все, всем пока-пока, всем большой привет, всех целую и обнимаю.